хотел бы и в первую очередь его поблагодарить за многолетнюю, очень позитивную работу, работу, которую он начал, естественно, мы подхватим, продолжим, придадим мне еще новый импульс, я просто в этом уверен. Вот. В ближайшее время сегодняшнего дня я начну ознакомиться с каждым членом правительства лично, поэтому ну, какие-то материалы вам будут предоставлены, те вопросы, которые меня будут интересовать. Наверное, сегодня мы вам уже предоставим график, так чтобы мы эту следующую неделю могли все это лично пообщаться. Прошу всех настроиться на серьезный лад. Александр Александрович, ну, вы в курсе, что я подписал документы о назначении всех членов правительства временно исполняющими обязанности. Вас прошу обеспечить плановую, нормальную, ритмичную работу правительства. Договорились? Так, Анатолий Владимирович, вас прошу продолжить заниматься обеспечением деятельности губернатора и правительства в полном объеме с соблюдением законодательства. Костомарова Александра Константиновича, прошу продолжить взаимодействие информационного сопровождения, взаимодействие с гражданами, с гражданским обществом и муниципальными образованиями. Вот у нас с вами предстоят выборы, до них осталось всего 5 месяцев. Мы все сами прекрасно понимаем, они у нас пролетят очень быстро. Поэтому всех прошу очень слаженно, ритмично работать. Всем большое спасибо. На этом сегодняшнее заседание заканчиваем. Вот в таком же ритме, как мы сегодня отработали, давайте мы, засучив рукава, будем работать на благо нашей с вами области.